С улыбкой Чельчердеевы входят в новый дом. Комнату в общежитии им поменяли на квартиру в 33 квадратных метра. Отдельное жилье семья хотела очень давно. Теперь мама с трепетом продумывает интерьер, а дети радуются пространству для игр. Сейчас ждем, что добро от администрации. Ждем, чтобы нам дали ключи, документы. Сделать в темном тонах комнату. Вид мне очень нравится. Очень второй этаж низко, невысоко. Заеду сюда, и мне будет место, чтобы играть с братом. Реконструкцию общежития на Менделеева 54 проводили специалисты АО ТСК. После перепланировки и капитального ремонта дома строители сдали 20 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. На все квартиры получено согласие на получение. По однокомнатным квартирам мы дошли до очередника, состоящего на учете, с февраля 99 года, вы не поверите. Для нас это очень большой эффект. В свою очередь, те, кто переедет в новое здание, освободят места в общежитиях и маневренном фонде. По подсчетам Комитета управления муниципальным имуществом, долгожданные комнаты и квартиры до Нового года получат около 40 семей. Граждане, которые поют в это жилье, освобождают нам иные жилые помещения, часть которых мы также передаем либо очередникам по соцнайму, либо уже передаем очередникам, которые ждут квартиры в общежитиях квартирного типа. Те же, в свою очередь, освобождают нам комнаты в общежитиях Позерного, Куйбышева и Менделеева. После того, как новоселы въедут в квартиры и уладят юридические вопросы с администрацией, чиновники будут принимать решение о продолжении практики с реконструкцией жилья. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.